Приветствую вас на канале Профи. Очередное видео и очередной ремонт. Сегодня у нас смартфон от производителя Samsung A50. Точная модель A505FN. На данном смарте разбит дисплейный модуль, и как вы уже поняли, его-то и будем менять. Смотрите видео до конца, объявлю о начале апрельского розыгрыша. Начинаем. Для начала вынимаем сим-лоток. Далее нужно снять заднюю крышку. Для этого предварительно ее разогреваем. Можно феном, но я разогреваю на станке для разбора дисплейных модулей. 80 градусов. Так как крышка пластиковая, этого будет достаточно. Чтобы сделать все аккуратно, используем перчатки и инструменты для вскрытия. Лучше пластиковые, чтобы не повредить ни крышку, ни корпус. Если отклеивается плохо, добавляем немного бензина калоши. Готово. Теперь нужно открутить все винты. Потребуется только маленькая крестовая отвертка. Не переживаем, складываем все в кучу, так как все винты одинаковой длины, перепутать не выйдет. Снимаем заднюю часть корпуса. Не видеокамерой, а при помощи пластикового медиатора. Подеваем с внутренней стороны и проводим по всему контуру, отщелкивая от рамки дисплея. Запомните, всегда первым отключаем шлейф АКБ, а уже потом можно отключать все остальные. Далее отключаем шлейф дисплейного модуля, для того чтобы подкинуть новый сервисный оригинальный модуль и не подкинуть в дальнейшем возможные проблемы и неловких ситуаций. Когда уже собрали смарт, а потом выяснилось, что модуль бракованный, разбирать обратно с кусками клея на модуле и с оторванными пломбами нести в магазин и пытаться обменять. Говорить, что ну вот так вот получилось, брат, поменяй. В общем, подключили. Замыкаем пинцетом контакты кнопки включения. И проверяем модуль на отсутствие битых пикселей и корректную работу тачскрина. Другими словами, дисплей должен отображать картинку без маленьких черных точек, а сенсор работать по всей площади дисплея. Все работает, все исправно, хорошо. Отключаем АКБ, а после шлейф модуля. Теперь с этой рамки с дисплейным модулем нужно снять все, чтобы она выглядела как новая сервисная рамка с дисплейным модулем. Снимать нужно аккуратно и бережно, так чтобы не покупать потом новые запчасти в нашем магазине Профи, который всегда есть в наличии и под заказ. И инструмент из этого видео можно приобрести там же. Ссылки я оставлю в описании. АКБ снимается легко, без нагрева и смс-регистрации. Добавляем немного бензина калоши, берем пластиковую карту, поддеваем и очень легко отклеивается. Сохраняется геометрия батареи и после испарения бензина сохраняется клейкая основа родной проклейки. Можно клеить повторно. Спиртом такое у меня сделать не получается. Ну и заключительная часть. Собираем все в обратной последовательности. Контрольная проверка. Проверяем работу дисплейного модуля. Так на всякий случай. А такие были. Отлично, операция прошла успешно. Ну а теперь переходим к более приятному, чем мой голос. Розыгрыш апрель, набор призов для одного победителя. Припой катушка POS 61 с канифолью, диаметр 1 мм 50 грамм, оплетка 1,5 мм на 1,5 метра с дозатором, флаг с PLUS 10 грамм безотмывочный и очиститель жала с подставкой. И все это можно получить, выполнив три простых условия. Поставить лайк этому видео, быть подписанным на канал, не забываем открыть свои подписки и оставить лучший комментарий, как наши подписчики. С вашей электронной почтой. Розыгрыш будет открытым до конца апреля. Победителя выявим, как обычно, в начале следующего месяца.
Рекомендую также подписаться на наш телеграм-канал, чтобы получать первыми новости об акциях, распродажах и новых поступлений в нашем магазине. Всем желаю удачи, прямых рук и до новых видео. Пока!